Всем привет. Сейчас немного поубираюсь, потому что на столе просто грязно. Не супер, но да. Сначала поставлю на 16. Вот так вот. Когда я делала наращивание моих тех ногтей, которые у меня были, можете увидеть, пару дней назад я сделала наращивание, в итоге все сняла вчера. Нанесла укрепитель ногтей, конечно же, врезала кутикулу и нанесла укрепитель ногтей, чтобы он укрепил мои ногти и их удлинил. И тут есть пилочка, так, как его говорится, господи, безворцевые салфетки, кисточка, все тут. Сейчас отнесу к ногтям. Когда-то мне нужно помыть кисточку, потому что она вся такая, знаете, липкая из-за геля. Тут немного лак. И просто когда трогаешь, ты сразу в геле просто. Поэтому нужно будет куда-то поставить, чтобы потом помыть. Вот так вот. Если хотите полный обзор на все, я вам сделаю. Вот такие ногти я сделала вчера моей двоюродной сестре. Можете увидеть. Потому что в прошлый раз я ее делала, но я ее отпустила без топа. И просто когда она уже прошла, и когда она, ну, она уже ушла, я такая, а я точно ей топ нанесла? Нет, ну блин. И вот она прошла, переделала, все снялось. И мы сделали другие вот. Ой. Не знаю, нужно как-то украсить эту зону, потому что я хочу тут снимать видео, типа, будет мой фон. Иногда я просто снимаю видео и вот так вот все ставлю. О, да. Сейчас откроем свечку. Господи, нужно как-то не очень близко.